Отказаться от поездок в Италию, Южную Корею и Иран советуют МИД России и Ростуризм. Причина – коронавирус. Вот как на эту информацию восприняли в нижегородских турфирмах. Пока туристы не отказываются, то есть они просто узнают обстановку. Вот. В основном они летят туда летом, когда там будет тепло. Вот. То есть пока мы ждем, что там будет летом. Пока страну не закрывают для въезда, то есть пока все спокойно. Я стараюсь туда не отправлять. То есть переориентировать на другие направления. Вот. Сегодня, конечно, мои клиенты звонили, спрашивали обстановку. Вот. Переживают по поводу раннего бронирования, что, возможно, там что-то сорвется, да. Но мы как бы стараемся их информировать по ситуации. То есть как вот у нас есть, да, от Ростуризма какой-то там запрет, мы, соответственно, их информируем. Если он заявляет до начала путешествия, то ему подлежит возврату общей стоимости турпродукта, цена по договору. Если он уже находится в стране временного пребывания, то пропорционально ему возвращается сумма те дни, которые он не воспользовался услугами, туристскими услугами. Потребители сначала могут обратиться с претензиями за расторжение договора, а затем, если ему отказано, тогда уже обращаться в судебные инстанции. И еще одно важное сообщение о коронавирусе. Сегодня в соцсетях появились сообщения о том, что у 4 якобы нижегородцев в 28-й больнице выявлен коронавирус. В Минздраве эту информацию опровергают. Ни одного случая заражения коронавирусом в Нижегородской области, по данным Минздрава, нет.